расстояние между двумя словами одной и той же длины, назовем количество мест, где они отличаются. То есть пишем одно слово под другим и помечаем места, где под буквой стоит не такая, как она. Например, расстояние между словами «олимпиада» и «уравнение» равно 9. А между словами «фестиваль» и «фармацевт» расстояние равно 8. Придумайте, ну там дальше пошли пункты, 3 слова, 4 слова, 5 слов. Расстояние между любыми двумя из которых равно 1. А расстояние это что? В скольких позициях они отличаются? Борт, корм, порт, сорт, форт, торт. Сколько слов? 6. 6 слов, которые отличаются одной буквой. Но на самом деле 5 слов можно было совсем легко прямо без условия задачи получить. Фестивале. Вот. Так что если разрешать себе разные формы одного и того же слова, то задача совсем простая. Но вот видите, оказывается, что и 6 разных слов. Ну, тоже бывает. Кстати, бывает ли 7, я не знаю.